женская конференция – это то время, где я понимаю, как важно девушкам быть вместе, как важно нам общаться, и что это очень здорово, что Бог создал нас именно такими особенными, и что важно нам быть вместе, вместе общаться. Экзамен очень серьезный, а так это праздник. Это всегда благословение, это всегда вдохновение, новое слово. Я благодарю вот уже за сегодняшний день. Я получила для себя, куда мне двигаться, что мне делать, еще как над собой работать. Я принимаю решение угодить моему Господу. Для меня это прежде всего семья и нахождение среди женщин, среди жен Господа Бога. И рост для меня как женщины и для будущего моей семьи и для меня самой. Женская конференция лично для меня – это глоток новой жизни. Это глубина. Вот в последнее время моя любимая песня – это «Глубины вод меня призвал ты». И вот это во снах, в наяву, в чтении Библии, во всем. И эта конференция как бы вот именно вот помогает нам нырять в эту глубину, парить над этими волнами, смотреть на Иисуса и идти по воде. Всех призываю идти по воде и не сдаваться.